Вот относительно даже помыслов греховных, я всегда своим сестрам говорю, не нужно бороться с помыслами. Их нужно презирать, от них нужно отворачиваться, потому что пока вы с ними боретесь, вы находитесь с ними в отношениях. И да, у вас сейчас к ним отрицательные отношения, но в какой-то момент вот в этих отношениях может перейти в положительные отношения. И поэтому мы не боремся с помыслами, мы их презираем. Иначе мы не убегаем от помыслов, потому что если ты находишься вот в состоянии убегания от помысла, в какой-то ты остаешься в риске того, что когда-то он тебя догонит. Ну, может догнать. И произойдет падение. По поводу Иисусовой молитвы. Я рассказывал недавно. У меня есть на Афоне друг, который пришел на Афон и попал в общину греческого старца. Небольшая община, 3 человека всего было. Этому старцу было 96 лет. И он, этот монах, который попал в эту общину, он говорит, я первое время не мог понять, где у нас работает дизельный генератор, потому что день и ночь что-то вот происходило. На третий день я только понял, что это старец 96-летний своим старческим баском день и ночь говорит Иисусову молитву «Кириссусе Христе лесен, Кириссусе Христе лесен». Я понял. И он говорит, я подошел к нему и говорю, «Отче, как вы так научились?» Он говорит, «Сынок, ну, понимаешь, я просто здесь 70 лет живу». Ну, за 70 лет это была главная моя тема. Ну, за 70 лет, наверное, уже просто... Я даже, говорит, ее не понуждаю, я ее не провоцирую, не планирую. Она просто естественно во мне живет. И вот он ему сказал такую важную вещь. Он говорит, знаешь, как физиологически тело дышит воздухом, кислород нужен. Если остановить кислород, человек переживает удушье, смерть и кризис, страшное состояние. Он говорит, когда начинает оживать душа, а вот она у нас почти у всех. Физиологически мы живем, а душа наша, как эти гробы накрашенные, ходим, моргаем, в пространстве передвигаемся, пищу потребляем. А вот на уровне души мы покойники пока. И он говорит, знаешь, сынок, вот когда в процессе духовной жизни начинает оживать душа, вот она раздышалась, реанимировалась. И если, говорит, ей сейчас... перекрыть вот этот духовный кислород, которым является молитва. Я, говорит, я бы сейчас даже не могу остановить свою молитву, потому что я начну переживать состояние умирания вот на уровне души. Поэтому это, говорит, моя жизнь. С личной встречи с Богом, а дальнейшее воцерковление и осознание своей немощи повергает в уныние до мысли богооставленности. И Иисусова молитва возникает в жизни только от больших скорбей. Как преодолеть духовную лень? Знаете, я думаю, что вера начинается еще до вашего личного опыта. Ну, по крайней мере, может быть, у меня так было. И многие из вас согласятся. Наша вера сначала возникает от доверия к чужому опыту, к опыту святых. У нас еще такого опыта нет и не может быть сразу. Этот, к этому опыту переживания Бога, это целый процесс. Нужно подойти, нужно выстрадать, вытрудиться, понудиться. Я думаю, мало кто не согласится со мной. Мы сначала имеем сочувствие, например, к опыту батюшки Серафима Саровского, Ксении Блаженной. Вот чужой опыт нас согревает на делание. Нам тоже хочется это пережить. Но мы еще этого не переживаем. Есть еще одно условие, которое как бы такое предвера такая, когда мы в жизни начинаем видеть повсюду следы Божии. Вот Он оставил следы самого, мы не видим, но вокруг вот куда мы ни посмотрим,
все говорит об архитекторе, о мудрости, которая вот все создала. Я однажды с одним атеистом беседовал, он говорит: я, знаете, я не верю, что Бог создал все, это природа создала все. Я ему тогда говорю: а скажите, природа – это что или кто? Если природа – это что, что ничего не может создать? Создает только кто? Ум нужен, мудрость нужна. Это предпосылка к вере. Другая предпосылка к вере – опыт святых. А потом уже начинается наш личный опыт. Но я вам сразу хочу сказать, вот в этой записке как бы такая печаль проходит. Чтобы вы не унывали, я вам сразу хочу вот заронить такую мысль. Молитва, она не дается вот просто даром. Это целый процесс. Очень точное слово употребляет Господь: «Царствие Божие нудится». Вот это очень точное слово, долгий такой, иногда нудный, иногда просто до изнеможения неприятный процесс, который нужно преодолеть. Но с другой стороны, вот если... Вот мне когда-то молодому человеку сказали: у тебя онкология легкого. Знаете, как это мобилизует? Готов питаться по часам, лекарства не пропускать, процедуры. Ты будешь точен, ты себя понудишь. Но по большому счету, каждый из нас болеет смертью. В каждом из нас она сейчас, вот в эту секунду она протекает. И когда-то она нас убьет. Это тоже должно нас мобилизовать, ведь это серьезно. У многих из нас мама, папа умерли. У кого-то умерли те, кто младше нас. Мы должны понимать, что этот процесс идет. Мы можем не думать об этом, но он все равно идет. В нашей крови течет смерть, мы все равно умираем. Так вот, кто надеется вот подойти к теме Иисусовой молитвы, вообще к теме молитвы, вот так наскоком или легкомысленно, как к увлечению, как к хобби какому-то, я должен вас сразу вам сказать, вы разочаруетесь, у вас не получится. Однажды одна женщина мне говорит: батюшка, я уже полгода занимаюсь Иисусовой молитвой, что-то у меня ничего не происходит. Я говорю: слава Богу, что у вас ничего не происходит, потому что оно так не бывает. Это делание не на год, не на 10 лет, не на 30 лет. Это делание на всю жизнь. Дай Бог, чтобы вот когда вы будете лежать, умирать на коечке и понимать, что вы умираете, дай Бог, чтобы с вашим последним вздохом и молитва произошла. Это на всю жизнь. И только тогда будет результат. Тот, кто ставит себе какие-то временные рамки, он обязательно будет разочарован. Это так не происходит. А еще, знаете, когда человек вот ставит Бога в зависимость от своих временных рамок, вот ты мне должен дать. Я тружусь, вот ты мне должен дать через полгода. Вы можете поссориться с Богом, или точнее обидеться на Бога. Но это совсем плохо, это нехорошо, это теряет ваши отношения. Вы должны вот в отношениях с Богом быть совершенно бескорыстны. И тогда Он вам подарит подарок, когда вы не ожидаете. Вот то, что ожидается, обычно бывает посрамлено, к разочарованию приходит. А когда ты вот смирился и готов ждать: Господи, ну вот сколько скажешь, столько я буду это делать. Буду делать, когда не хочется, буду делать, когда нет вдохновения, когда мне кажется, что нет результата. Некоторые приходят и говорят: я сегодня потерял время правила, потому что у меня все правило, не было внимания. Я говорю: ты не потерял время правила, ты в это время занимался наукой терпения.
В любом искусстве, согласитесь, даже в светских науках, искусстве, если нет терпения, не будет результата. Иисусову молитву святые отцы называют наука из наук, искусство из искусств. Здесь должен быть фундамент терпения. Если нет терпения, ты когда-нибудь бросишь. Ты можешь на вдохновение ей позаниматься, пройдет время вдохновения, придут какие-то скорби временные, разочарования, и ты ее бросишь. А тот, кто положил фундаментом терпения, тот может ее всегда и везде делать. Но это нужно выстрадать. Это вот как раз та тема, когда Господь говорит: хочешь быть моим учеником, бери крест. Нет другого пути. Царствие Божие хочешь наследовать? Бери крест, следуй за мной. Что такое Царствие Божие? Это то, что вот внутри. Некоторые думают, вот в Евангелии есть такой момент, когда Господь говорит: истинно, истинно говорю вам, некоторые из здесь стоящих увидят Царствие Божие, нежели умрут. И некоторые начинают недоумевать, как Христос-то еще не пришел, какое Царствие Божие. Он говорил о внутреннем состоянии, когда человек в сердце встречает Бога, и там происходит Царствие Божие. Господи. Насколько правильно, когда Иисусова молитву замещает другие: «Отче наш, Богородица, Дева, радуйся». Знаете, когда мы начинаем привыкать к Иисусовой, понуждаться, тогда мы максимально можем даже все оставить и только ее делать. Когда она к вам приживется, тогда ваш ум начнет жить в сердце, и у вас возникнет такая внутренняя внимательность, когда другие даже молитвы, которые вы раньше читали, отчасти рассеяно, отчасти неглубоко, вдруг вы увидите, что даже, например, каноны у вас читаются по-другому, потому что ваш ум изменился. Он стал очень сосредоточенным, тонким, глубоким, чутким. Я часто привожу такой пример. Помните, наверное, вообще не Иосиф Исихаста, был такой старец Харлампий. Есть книжка «Делатель Иисусовой молитвы». И однажды, вот всегда встречается какая-то категория даже духовных людей, которых раздражает Иисусова молитва, делатели Иисусовой молитвы. И вот когда старец Харлампий уже со своей общиной жил недалеко от Кореи, столицы Афона, одного монаха из соседей очень сильно они раздражали. И однажды он даже не выдержал и высказал: вот вы, исихасты, забросили все богослужебные тексты и только читаете Иисусову молитву, а святые отцы ведь эти тексты писали Духом Святым. И тогда старец Харлампий очень так вежливо, с любовью ему ответил. Он говорит: брат, ты неправильно говоришь. Мы не оставили те тексты, мы их тоже читаем. Но если бы ты вот ощутил, как ум, который выстроился во внимании, в чуткости через Иисусову молитву, как он начинает жить даже вот эти тексты, ты бы так не сердился на нас. Как преодолевать усталость от работы, от домашней работы, от общения? Я всегда говорю, но это, наверное, я теоретически говорю, а это нужно практически выстрадать, вот в себе вымучить. Я всегда рекомендую, вот есть такое понятие «духовная война». Оно сразу нас интуитивно делает в нас спазм. Мы
мы пошли на войну, и мы стали жесткими. А если мы стали жесткими, мы стали ломкими, стали хрупкими. Вот когда ты идешь на духовную войну, ты должен не так сделать, а ты должен наоборот расслабиться. Потому что когда ты занимаешься духовной жизнью, понуждением себя, а духовная жизнь – это всегда понуждение. До самого конца Иосиф Эхихаст умирал и понуждал себя. Его друг, старец Арсений, говорит: «Отче, да ты всю жизнь, ты просто убил свое здоровье, ведь он умер еще относительно не старым человеком. Ты же в аскезе убил просто свое здоровье». И умирающий старец Иосиф ему говорит: «Знаешь, а я все-таки не уверен, да, я много потрудился, но угодно ли Богу были мои труды, я не могу точно сказать. Вдруг они были растворены гордостью, тщеславием, еще чем. Поэтому наверняка еще немножко потружусь, пока у меня вот до смерти чуть-чуть осталось. Чтобы вам стало легче преодолевать». Вот когда вы занимаетесь преодолением какой-то духовной работой, и вот с таким настроем жестким, вам приходится делать эту духовную работу, а еще преодолевать ваш собственный спазм, который вы себе психологически устроили. Нужно расслабиться, нужно стать мягким. Вот это в глубинном смысле и есть настоящее духовное смирение. Смирение не в области этикета «простите, извините, благословите», а вот именно глубинное смирение, когда ты с миром принимаешь ситуацию, с миром принимаешь то, что ты устал, что впереди еще правила, которые тебе предстоит выполнить. Можно себя накрутить и до правила уже сломаться, а можно наоборот себя как бы психологически расслабить, и подойти к правилу: ну все возможно, в прошлый раз я исполнил, и сейчас исполню. Только я начну это делать очень, очень мягко, как будто это мое любимое дело. И поверьте мне, действительно, у нас оказывается очень много резервов. Вот иногда у меня у самого бывает искушение, может, я сегодня просто вот умираю, но я не смогу сделать правила. И все-таки понудишься, и оказывается, после 10-15 поклонов как-то легче, вроде бы стало. И 100 сделал, потом думаешь, еще десяток, может, за кого-то сделаю, за папу, за маму, которые умерли, кто-то просил помолиться. У нас, оказывается, очень много резервов, вот научитесь, вот почувствуйте вот эту нотку, как стать мягким, вот это настоящее смирение. С миром принимать ситуацию, не зажиматься, не воевать. Пишут, что такое смирение. Но вот это и есть смирение. Да, давай. Очень еще глупый вопрос от молодого человека. Как все-таки определить, когда молиться хватит? Вот я немножко прокомментирую, за полминутки управлюсь. За прошлым Великим постом или еще даже дальше. Я пришел к духовнику в гости, в лавру, он меня повел в трапезную и сказал: значит, вот этого вот дайте-ка два ужина. Я взял, поел, и я понял, что я истощил свое тело. А я вроде как этому радовался. И вот он мне сказал: иди домой и поешь еще хорошо. А вот как определить, когда молиться все-таки хватит? Понятно, что это очень сложно, устно сказать. Вот еще бы порцию он вам еще бы благословил, и вас вырвало бы, да? И вы бы поняли, что хватит. Вот и в молитве так, когда у вас уже отрыгивается. Но это, конечно, шутка. Нет, конечно, в идеале, знаете, но в течение дня устной молитвой можно молиться вообще, круглые сутки, устной молитвой. Когда мы делаем сугубую молитву, внимательную, когда мы стараемся ее делать вот там, где сердце, конечно, это нужно советоваться с духовником,
пусть он определит вашу меру. Но опять же, эта мера не должна быть маленькой. Там некоторые говорят, дайте мне 5-10 минут. Ну, то и результат такой у тебя будет. Потерял мысль. Сейчас отвечу на вопрос. Я живу в семье и очень хочу душой в монастырь. У меня хороший муж, сын, мама. Но душа плачет и хочется молиться за свой род. У меня много пьют родственники. Как быть, чем помочь? У меня 6 детей, 2 внука. Я секретарь епархии, был настоятель кафедрального собора, тюремный священник, детский дом, снимаю кино, рисую иконы, пишу книги. Но если я хочу, я буду молиться. Но вот нужно очень сильно захотеть. Мне однажды один священник сказал, тебе хорошо, ты на Афон ездишь. Конечно, там вдохновляешься. Я говорю, а кто тебе не дает? Ну, понимаешь, у нас же это, мы заняты. Я говорю, ну я, наверное, самый большой бездельник в епархии. Просто я очень хочу. И поэтому, вот когда Бог видит, что ты действительно искренне очень сильно хочешь, мирские люди тоже очень много могут. Поверьте мне, вот если очень сильно захочешь, и мирской жизни можно жить очень-очень духовно. Ну вот вам пример, те сестры, которые я привел вам пример, как мы начинали. Мы вставали ночью на молитву на Иисусову, никто из них не истощился, не умер от перенапряжения. Наоборот, они мне даже сказали, батюшка, вот мы потом в 3 часа ложимся и до утра еще спим, и мы утром, мы другими встаем. Я когда-то одновременно построил кафедральный собор и монастырь. Это вот произошло одновременно. И я где-то, ну, и расписывал я этот собор с сестрами, с нашими, просто с прихожанами. Бегу там, куда-то еду, приезжаю, на леса залазю, из собора в монастырь, там тоже стройка. Мы осветили собор и монастырь с разницей в 10 дней. И я где-то, ну вот, загнался. Где-то за неделю, за 10 дней до освящения собора у меня пропал сон, я вот лежу ночью в потолок смотрю, потом думаю, я же все равно не усну. Сажусь на автомобиль. Приезжаю, мне сторож церковный открывает пустой собор, я сажусь в полумраке в центре собора на стульчик и сижу до утра. Сторож, наверное, думал, это я уже не выздоровлю. Потом даже поехал в Москву, там мне порекомендовали православного невролога. Она мне дала какие-то таблетки, я приехал, эти таблетки выпил, мне все стали спрашивать, отец Сергий, ты заболел? Потому что от этих таблеток я какой-то как пьяный был. А потом я подошел к владыке и сказал, владыка, благословите меня каждую ночь литургию служить. Он говорит, ты сумасшедший, ты ж болеешь, какая тебе литургия. Я говорю, ну вот в виде пробы, исключения, ну разрешите, ну давай. Ко мне вернулся сон. Я полон оптимизма и радуюсь жизни. К владыке недавно письмо пришло от какого-то орского прихожанина. Он говорит,
Владыка, обратите внимание на Нашорский Иверский монастырь. Там что-то очень не так. Они же там все улыбаются.